А я был в Чите. Я просто один из участников. Я был в Чите, по привычке рассказывал, значит, как у нас записано, сколько, какие у нас великие земляки за 10 лет. Почти 100 человек, 92 человека, вот такие все. Генералы, генералы, спортсмены, олимпийские чемпионы. Говорю, ну у вас-то в Чите кто? Кто-нибудь родился? Они говорят, у нас Чингис Хан. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы поговорим о фестивале песни и поэзии «Крепитесь, люди!» И собрались у нас здесь подлинные атланты, которые держат нашу отечественную культуру не просто на каменных руках, я бы сказал, на самых добрых, ласковых и достойных руках. И как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Ну и, может быть, поступлю эгоистично, скажу «мы» тогда. Правильно. Хорошо. Значит, ну, у нас сегодня в гостях автор идеи, художественный руководитель проекта Олег Григорьевич Митяев. Такой маленький нюансик. Сегодня у него день рождения. Так что собрались мы здесь. Просто здорово, не случайно. Так я все организовал. Поздравление, поздравление. Ну, классик отечественной бардовской песни, лауреат премии имени Булата Шалыча Акуджавы. Я не буду продолжать. Я понимаю, что и вы понимаете, о ком идет речь. Александр Моисеевич Городницкий. Актер, режиссер, писатель и путешественник. Но так однажды сказал Михаил Ефимович Швыдкой, представляя Вениамина Борисовича Смехова. Главный музыкальный редактор фестиваля, певица Галина Викторовна Хомчик. Лидер группы «Ума Турман» Владимир Крестовский. Директор фестиваля Капиталина Сундукова, режиссер-постановщик фестиваля Григорий Крапивский. Первое слово по определению исключительно Олегу Григорьевичу, ну нельзя, имениннику. Да, вот я сейчас понимаю, что мероприятие предполагается довольно большое, хотя некоторые наши собратья, они предпочитают, и не только предпочитают, а декларируют выступать в маленьких залах. В этом есть своя прелесть, но как-то хочется, чтобы гораздо большее число людей услышало настоящую поэзию сегодня. Я, знаете, предполагал себе, как-то представил, когда-нибудь может случиться такое в программе «Дом-2», чтобы там в какой-то из этих комнат появилась книжная полка, и вдруг молодой человек какой-нибудь снял томик Пастернака и прочитал девушке. Это, к сожалению, невозможно. Поэтому приходится пиарить и всячески проталкивать Александра Сергеевича Пушкина и других выдающихся поэтов навстречу с широкой аудиторией. Как я складно сказал, как будто готовился. А вообще, я мечтал еще, у меня была такая мечта, зимой расклеить плакаты по Москве. «Крепитесь, люди, скоро лето». И вот в конце концов все это как-то объединилось. И хочется, чтобы 11 апреля мы собрались в большом зале «Крокус Сити Холл» и почитали стихи и попели лучшие песни этого жанра. И вообще песни с глубокими текстами. И Первый канал откликнулся бы и снял это, и показал всей стране. Вот цель этого мероприятия, осветить которое мы с вами собрались, дорогие друзья. Спасибо, спасибо. Слово вам, в данном случае никакой четкой последовательности нет. Кто хочет, без поднятия рук, пожалуйста, потому что у нас главный музыкальный редактор, режиссер, поэтому... Информации сегодня будет много об этом действии. Пожалуйста. Ну, давайте я. Давайте. Да. Давайте, Галина. Давайте я скажу два слова, потому что тоже рядом с Олегом с самого начала в этом проекте и поддерживаю его
скажем так, альтруистическую идею во многом, потому что Олег совершенно правильно говорит, многие считают, что бардовская песня – это зал на 250 мест, ну, на 500 максимум. И аудитория очень маленькая у этого жанра, и слушать ее никто не будет. Поэтому Олег делает поистине альтруистическое, ставит перед собой поистине альтруистическую, альтруистскую задачу, пытаясь донести до больших масс людей то, что в нашей стране, помимо бессмысленных текстов, которые в основном несутся с экранов и со сцен, есть еще люди, поющие не просто осмысленные тексты, а поющие поэзию, настоящую, высокую, очищающую человеческую душу. Задача сложная, потому что противостояние со всех сторон, потому что жанр этот никогда не был интересен средствам массовой информации, к сожалению, и относились к нему, и да и сейчас относятся несколько скептично. И то, что Олег время от времени появляется на экранах телевизоров, говорит о том, что он действительно делает большую работу, потому что каждое его появление связано не просто с саморекламой, а связано с тем, чтобы сказать: ребята, у нас есть поэзия, у нас есть поэты, давайте ориентироваться на осмысленную песню, давайте поднимать человека выше до поэтических высот, а не опускать его до, в общем, вниз. Да, не нашла, да, я не нашла слова. И компания, ну, в кавычках, которую Олег пытается собрать на сцене, на сцене Крокус Сити Холла, это компания приличных людей с заглавной буквы. Это тех самых людей, которые ценят поэзию, ценят поэтическую песню и сами представляют цвет интеллигентной музыки нашей страны, я бы сказала так. Это, вот, например, сидящий здесь Володя Крестовский, это Вениамин Смехов, который несет поэзию людям, это Ирина Богушевская, которая сама пишет потрясающие песни. Кроме того, и главная задача, наверное, которую Олег перед собой ставит, напомнить о том, что в нашей стране, помимо Олимпиады в Сочи, 2014 год знаменателен большими культурными событиями. А культурные события – это юбилеи тех самых людей, чьи имена мы связываем с высокой поэзией, высокой музыкой и поэтической песней. 125 лет Вертинскому, 125 лет Анне Ахматовой, 90 лет Булат Шалчу Акуджаве, 80 лет... У вас это все написано в пресс-релизе, поэтому я не буду продолжать. Вот, как бы, в общем, я это озвучила. И в связи с этим мы очень хотим сказать спасибо этим концертам людям, которые, несмотря ни на что, продолжают нести поэзию в массы, скажем так, нести поэтическую песню в массы, ни на кого не оглядываясь, а создавая золотой фонд нашей культуры. И это относится прежде всего к таким людям, как Александр Моисеевич Городницкий. Вот. Мы хотим сказать им, этим концертам, большое спасибо за этот золотой фонд, который они оставляют нам и последующим поколениям. Ну вот, простите, что так долго. Вот вы сказали, зал на 250 человек. Я боюсь, что если посчитать совокупный IQ этих 250 человек, то, я думаю, стадионы позавидуют. Вот, в любом случае, да. Так что, я думаю, влияние ваше и на общественную жизнь, и на будущие процессы, они гораздо выше, чем можно как бы так вот заведомо и примитивно предполагать. На самом деле, вы все равно властители Думы. Продолжайте ими оставаться. Александр Моисеевич. Да. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, мне представляется очень важным и правильным предложение Олега Митяева и вот его команды по поводу того, чтобы полностью поменять ситуацию, попытаться ее переломить. Первое. Я так же, как он, считаю, что, конечно же, легенда о том, что кулуарное искусство там на два десятка избранных людей – это все вранье, конечно, и это придумано злонамеренное вранье для того, чтобы резко урезать вообще действие авторской песни. Я помню, я достаточно старый человек,
как авторская песня собирала стадионы буквально на Волге, и в Москве, и в Петербурге, в мире и в Ленинграде, в моем родном. И дело не в том, что что-то утрачено, а дело в том, что просто несколько поменялось все в Датском королевстве, и, к сожалению, все большие площадки заняты сейчас абсолютно бездуховно этим онкологическим вариантом песенной культуры, которую культуру ты назовешь, которая носит название «Русский криминальный шансон», который он и не русский, поскольку шансон – это не русское искусство, при всем моем уважении к нему. Это великое французское песенное искусство. У нас есть свое традиционное народное искусство, последователем которого является авторская песня тоже. Второе. Он абсолютно, значит, не шансон, потому что не соответствует по своим уровням ни музыкальным, ни поэтическим шансону. И третье, он вовсе не криминальный. Проработав 18 лет на Крайнем Севере, в том числе с зэками, я хорошо знаю песни заключенных, я их люблю. Я им даже подражал в юности, а это все это фальшак. Это за баксы пишут сытые дяди, далекие от всех этих условий. Вот. Таким образом, это фальшивка. Но не совсем фальшивка, потому что разъедает, корродирует души следующего поколения. И пытаюсь представить тем, что мы должны жить все по блатным уголовным законам, посадить сверху пахана и так далее. И я считаю, что далеко не безвредное искусство. Можно ли с ним бороться? Да, но только не запрещением. Песня должна вытесняться песней. И достаточно вспомнить, что когда падает чертовой бабушке рубль и валится все, значит, у нас сейчас в экономическом плане, что есть ценности, не имеющие валютной конвертации, и должны оставаться. А в России это песня исторически, духовно, всегда. И вот то, что предлагает снова вспомнить об этом Олег, я всячески это поддерживаю, потому что обратите внимание, что это не просто фестиваль, это фестиваль поэтической песни, даже слово правильное придумали. Дело в том, что авторская песня – довольно дурацкое название. У всех песен есть автор. Что значит авторская? Нет песен без автора. Поэтическая, наверное, точнее в этом плане. Тем более, что тут употребляются такие имена, как Борис Луцкий, Пастернак, Вертинский, Булат Акуджава и так далее. То есть люди, которые совершили большой вклад в поэзию российскую. И вот это возвращение к тому, чтобы... Ну и Сергей Никитин, потому что огромная заслуга Сергея Никитина и всей этой плеяды стоит в том, что сейчас уже не помнят об этом, что когда многие наши поэты в 60-е годы были под запретом, первым, кто стал их распевать, был Сергей Никитин, Берковский, так узнали Слуцкого, так узнали Самойлова и даже запрещенного глухо совершенно Иосифа Бродского, который никим не был лауреатом Нобелевской премии, а был скорее просто осужденным тунеядцем, вот, благодаря музыке Евгения Клячкина и других. Вот эта попытка возродить вот эти системы действительных ценностей сразу на большой сцене мне представляется очень интересной и перспективной. Небезопасной, конечно, потому что сейчас у нас резко поменялась аудитория, поменялась вкус аудитории. Иногда даже мне кажется, что есть какая-то тайная сила сверху, которая пытается вести к дебилизации всей страны. Потому что иначе и назовешь, что делается в песенном искусстве, кинематографии и так далее и тому подобное. Что может этому противостоять? За несколько месяцев до смерти Балат мне сказал: «Саш, тебе не кажется, как все поменялось? В 60-е годы мы были в авангарде, боролись с идеологическим застоем и так далее, а сейчас мы в арьергарде. В арьергарде, потому что идет мутная полоса наркоты, порнухи, бездуховности, значит, валютной конвертации и прочее. Вот это все сейчас продолжается. Что может этому противостоять? Очень слабые, не очень сильные, не очень громкие голоса под самый, по-моему, тихий инструмент гитары. И тем не менее, мне представляется, что вот этот эксперимент очень интересный, его надо поддержать. Спасибо. Александр Моисеевич, ну, поскольку, наверное, все-таки основным слушателем авторской или поэтической песни всегда была интеллигенция, может быть, проблема сегодняшнего дня заключается в том, что... Прошу прощения, извините, ради бога, Максим, да, что я перебиваю. Да какая к черту интеллигенция? Вы думаете, что Высоцкого с самого начала слушала интеллигенция? Нет, конечно, нет. Нет, Высоцкого, они, конечно, авторская песня, нет, чем, она, они, одна не похожа на другую. Акуджаву, да, на Вал Матвееву, да. Я, кажется, а вот, простите, не, мою песню на материк, ушел последний караван, какая черта интеллигенция. Это зэки пели, меня чуть не пришили за это. Отвезли, отвели Александра Моисеевича на могилу человека, написавшего песню «На материк», зэки, и сказали: вот тут лежит человек, вот этот вот наш пацан, который написал эту песню. Александр Моисеевич не признался. Ну, это пример не лучший. Но, тем не менее,
Понимаете, аудитория самая разная. Потому что вы, наверное, правы. Мы почему-то решили, что это... Даже Булат Акуджава ошибался. Вот авторская песня родилась на московской кухне, там же умерла, оставив несколько имен. Неверно. Я очень люблю Булата Акуджава, я и тогда с ним спорил. Дело в том, что авторская песня, которая слышна на крайнем севере, далеко от московских кухонь, это была немножко, правда, другая. Или, например, это 300 тысяч человек, сидящих на берегу Волги на Грушевском фестивале. Это другие люди. Это молодежь. Побеждает тот, кто будет владеть молодежью, детьми, завтрашним днем. Либо отдадим это на разор бездуховности и всем этим безобразиям, да, и будем иметь то, что мы имеем. Или мы все-таки поборемся за их души. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, если кто-то хочет... Почему на меня так смотрите? Пожалуйста, да ведь все. Я молодежь. Это вам, что знак, вам, что вам, хочу я. Давайте я скажу. Дорогие друзья, мне очень приятно оказаться в этом президиуме с такими великими людьми. Я представитель младшего поколения ценителей бардовской песни. И, в принципе, может быть, какое-то отдаленное отношение имею, потому что у меня... Часть песен, которые мы записывали, как раз песни, которые слушаются только под гитару. И, в принципе, мне самому это все очень близко и нравится. Я, знаете, о чем хотел сказать? Что, к сожалению, несовременная молодежь виновата, что им... Они просто даже не знают, что есть такое. В принципе, есть такие песни прекрасные. Если им это дать послушать... Я уверен, что многие будут в диком восторге, потому что, к сожалению, это просто никак не представлено сейчас на там, рынке, который вот существует. Радио, я же не знаю, есть радио, где вот нету. Целенаправленно было. Крутится? Было, уже ничего нет. Ничего нет. Извините, ради бога, что я вклиниваюсь, я не буду называть фамилии. Вот, Гарик Ильич не даст соврать, мы принесли 2 года назад авторскую песню один из телеканалов. И нам сказал редактор этого телеканала: да вы что, авторская песня, мы не можем ее взять. И дальше это же духовняк. Это презрительный термин, который духовный, есть такой термин. Духовняк. Духовняк не формат, не берем. Вот. Только молодняк. Может быть, Олег, может быть, вообще на эту проблему посмотреть еще шире, может быть, затеять какую-то радиостанцию хотя бы. Почему в Америке существует культура кантри? Вот мы о ней ничего не знаем, на самом деле это целая индустрия, где там есть свои премии, звезды, люди, конечно. Ну, просто огромное количество людей слушает. У нас ограничивается все там русским радио там, и так далее, несколькими радиостанциями, которые вынуждены слушать вся страна, и все. То есть все остальное они могут... там как-то пытаться найти сами. Ну, может быть, вы возьмете свои крепкие руки в нашей стране популяризировать? Вот для этого все это и делается. Это только начало. Этот концепт есть начало. Дело в том, что сейчас объявили год культуры, и, собственно говоря, культура – это же такая вещь. Начали с физкультуры. И сейчас, собственно говоря, вот мне хотелось бы, чтобы на таком же уровне, как Олимпиада, все пошло и дальше. На чтобы, самом деле. Да, вот пусть нас услышат наверху, и да. Если с Олимпиадой получилось, с физкультурой, да. Пускай с культурой пойдет. За гораздо меньшие деньги, правда. Да. Но есть гарантия, что не украдут. На самом деле, это вещи достаточно неразлучные. И еще, допустим, вы знаете, что мыслитель Сократ был олимпийским чемпионом по панкратиону. Да ты что? Так же, как его ученик Платон, у которого было прозвище Широкоплечий. А панкратион это... Панкратион это бои без правил, да. И они тогда еще говорили, что в здоровом теле здоровый дух. Поэтому не зря у нас началось все духовняк. С культуры. А потом и духовняк пойдет. Не зря мастер спорта по плаванию Олег Митяев все это затеял. Да, опять же. Кто еще хочет высказаться? А вот Вениамин Борисович бы нам послал. Да, не, а я думал, будут вопросы. Нет, тут призывы к гармонии. Вопрос. О том, чтобы, да. Да. Гармония духа и тела. Ну, прекрасная идея, но все-таки... Я, примкнувший к этой замечательной болезни, или по-маяковскому прекрасной болезни, всерьез и навсегда... Еще со времен обучения в Щукинском училище, поскольку
эта традиция Вахтанговым была внесена, поэтический театр на сцене. Потом Любимов в 64 году, знаете, что через месяц будет 50-летие того театра, который создал Юрий Петрович Любимов, и там ветеранов осталось немножко, дело светится, и светится именами поэтов. И недаром не только в худсовете и в репертуаре были имена Пушкина, Вознесенского, Евтушенко, военных поэтов, Есенина, и в самом театре оказывались соавторами Любимова и Леня Филатов, и Володя Высоцкий. Это какая-то совершенно необыкновенная история вроде. Но, я думаю, история культуры вообще необыкновенная и метафизическая. Логически сегодняшнее направление умов или отсутствие этого материала как раз вот туда идет, где духовняк нехорошо пахнет. Ну и все. А в природе и сорняки, и полезные растения сосуществуют. Страна у нас двоякая. Страна дураков и страна чудес. Это давно известно. И это, по-моему, Акуджава, да? Буратино. Про дураков? Да. Да. Поле чудес в стране дураков. Да. Так это избирается человеком, во-первых. Может быть, от рождения, может быть, от родителей, может быть, от того, что открыты поры, и человек поглощает что-то в школе или вокруг. Но открывается. Нам открылась поэзия молодым актерам в театре на Таганке. Мы открыли ее зрителям, которые набивались все 20 настоящих лет Таганки до изгнания Любимова. Вы знаете, что достать билеты даже за очень дорогую переплату было сложно. Значит, тянулись люди к самооткрытию. Вот они открывали себе и эту возможность говорить стихами, как сейчас сказали бы, круче, чем прозой, но и многое другое. То, что случилось с бардовской песней, это, во-первых, это было напрасно поддержано ЦК комсомола, потом они разочаровались, что бардовская песня все-таки льнет к свободе. Кто-то сегодня сказал из знаменитых экономистов, что надеюсь, что любовь к биатлону не нарушит любви к свободе. Вот. Значит, любовь к свободе, наверное, это и есть. От Пушкина до наших дней, а сорняки или бездуховняк – это как раз, не знаю, вот то, о чем замечательно сказал Городницкий. Вот, это мнимая или антикультура. Открыватели. Люди с гитарами, которые приходили со времен, значит, новеллы Матвеевой или еще раньше, один из первых. Я помню, как Акуджава и Висбор делились, с кого все началось. Ну, Городницкий сам знает, с кого и как, но не только Началось с баяна. Ащиком и хотящих песен. Да, баян, бовещи и... Это в России, а так еще дальше. Да, и везде это есть. В моей жизни было так. Я был членом совета Дома актера на Тверской, на улице Горького. И каждый член совета должен был свои вечера устраивать. Я устроил вечер авторской песни. Потому что, когда я сказал Высоцкому в театре, что ты будешь участвовать, вот, то, что будет этот вечер, он говорит, КСП, и поморщился. Его, у каждого свое дело. Пушкин не чурался слова «бард». Высоцкому было важно прорваться к свободе индивидуальной. Это правда. Но, тем не менее, он дал согласие, когда я назвал имена без названий. Вот просто. Будет вечер, где будут Юлий Ким, Сережа Никитин, Витя Берковский, Клячкин, значит, Висбор. Ну вот, на Висбор откликнулся замечательно, да и на всех. Сказал «да», но потом его Одесса отвлекла,
Я Куджава не мог прийти, я как ведущий этого вечера, вечер был незабываемый до сегодняшнего дня. Почему? Потому что набившие этот скромный, но замечательный зал открыли для себя этот жанр. Вроде бы все звучало, и песни Акуджавы, и песни Клячкина, и песни Городницкого и Висбора, но когда это соединилось, и по моей мысли, каждый, это было высказывание, каждый пел по одной лучшей своей песне, потом все вместе спели песни каждого. Вот такая была идея. Вот, я передал привет от Акуджавы, который сказал, что он, к сожалению, не может быть на этом вечере, потому что он, к счастью, в Америке. И да, у него были гастроли, семья была там. Вот. Говорю сбивчиво, но все равно движение туда, к стране чудес, к необъяснимости. Сегодняшний день необъясним, потому что зал Чайковского, переполненный слушателями, как это было в 50-е годы, или в 60-е, конечно, когда один человек на сцене, не только Юрский и Казаков, классики этого жанра, но очень многие другие. Полный зал. Канал «Культура», который открыл, я имел честь быть пионером в этом деле, это называлось «Я пришел к вам со стихами», 8 фильмов, 16 русских поэтов. И после этого, это называется «Послушайте», и это имеет канал «Культура», противоречит слову «рейтинг», неприличному слову, в общем-то, для русской культуры. Но тем не менее, и с этой фамилией тоже там все в порядке, когда читают Крючкова или «Авангард Леонтьев» и так далее. Много. Значит, открывают люди. Для меня открылась феноменальность Грушинского фестиваля. Меня давно звали. Поскольку я сочинил когда-то «Али-Бабу», и в моей «Али-Бабе» участвовали замечательные артисты, а музыку сочинили, и эта музыка и есть главный герой, это до сегодняшнего дня раскупаемый пластинки, это главный герой, это Берковский и Никитин. Фантастическая музыка. Сейчас будет 70-летие Никитина, кстати, 8 марта, не забудьте его поздравить. Дальше. Когда Грушинский фестиваль шел какой-то победной своей тропой, я не имел возможности посетить. В этом году я там был счастлив видеть самого Городницкого, так и говорили, сам Городницкий здесь, да, и Галочку Хомчик, и Олега Митяева, и Тимура Шаова. Ну, потрясающее зрелище, кроме того, что оно еще слушалище. Вот. Но я-то хочу сказать, открытие было в чем? Евгений Евтушенко издалека, очень-очень больной, просил президента фестиваля пригласить вот это исключение из правил в театре на Таганке, я там не работаю, вот, но я поставил спектакль по композиции Евтушенко «Нет лет». Это был идиотизм пригласить театр на поляну, на футбольную поляну, туда, где люди завешены детьми и гитарами, и идут со всех сторон страны десятки тысяч людей. Опускаю сейчас мысли о том, как повезло этому фестивалю с носителями этого жанра, и прежде всего с Олегом Митяевым, и, кажется, победила вот эта народная часть Груши. Есть еще коммерческая, неважно. Вот, и мы были. И Евтушенко зарядил мецената. Тоже открытие нашей жизни новое. Появляются меценаты. Не только те, кто по дезинформации Киссинджера никогда Россию не поставит в тяжелое положение, потому что 500 миллиардов долларов как раз от депутатов Госдумы или еще от кого-то лежат в Америке. Поэтому все будет в порядке. Ну, я опять куда-то в сторону, но открытие было, что спектакль состоялся. Волонтеры, хорошее слово, волонтеры, вот сделали как сруб. Рубали русские мужики, так они поставили сцену. И все, что идет в Москве, вот 1 марта будет 17-й спектакль, вот то самое было и там. 8 тысяч зрителей в 11 вечера
окружали эту поляну. И что было поразительно для нас, была тишина. Но, правда, Евтушенко – это тоже, как и Вознесенский, наверное, мои дорогие друзья-специалисты скажут это лучше, что бардовское искусство, я вспоминал уже Пушкина, оно вполне распространяется и на классическую поэзию. Говорили, что вот Акуджава ушел из жизни, и уже можно только петь. Оказался великий поэт. Владимир Высоцкий тем более. Есть запись, как Иосиф Бродский, которого оклеветали в том, что он ненавидел Высоцкого, в 1977 году встретился, два друга, написал книгу по Англии, написал Володе, лучшему поэту России, как внутри, так и вне. Да-с. Значит, много сплетен и глупостей, много бездуховника, вот, но дело движется, и прекрасно, что открываются уши и души людей. Когда в Крокус-Сити придут люди, благодаря сегодняшней пресс-конференции, я думаю, большинство там будет, мы опять будем рады поделиться тем, что мы любим, и тем самым заразить тех, кто в зале. Это и есть эффект «Страны чудес». Я маленькую реплику хочу еще добавить к тому, что сказал Вениамин Борисович, и вообще к тому, что сказали мы все. У вас может сложиться впечатление, что концерт в Крокусе, вот этот фестиваль Олега, это такой памятник нерукотворный нашим классикам, и не более того, такой, знаете, монумент. На самом деле это абсолютно живое движение, и все второе отделение концерт, ну, мы не знаем еще, это интрига такая, как мы это распределим, но... Помимо действующих классиков и нашего почтения к классикам, которых вы все знаете, в этом концерте примут участие те, кто уже сам стал классиком после вот этого поколения шестидесятников и раньше. То есть это такое поколение средних и молодых ценителей поэзии и поющих поэтов и композиторов. Среди них, безусловно, Олег Митяев, среди них Владимир Крестовский, среди них Алексей Иващенко и Георгий Васильев, Леонид Сергеев, Александр Мирзоян, Вадим и Валерий Мещуки, Елена Фролова, Ира Богушевская. Это все уже следующее, молодое, относительно молодое поколение, которое только подтверждает то, что поэтическая песня нужна, поэтическая песня интересна и думающей молодежи. И то, что это не безнадежно, то, что это не умерло, а продолжает жить. И я надеюсь, что будет двигаться дальше и дальше. Кто-то сказал, Галя, до 40-45 молодой поэт, а после 45 классик. Это ты сказал. Когда тебе исполнилось 50, ты сказал, что в нашей стране... Алик, ну поэтическая песня, Алик, по-моему, тоже неуклюжее название, как и авторская песня. Поэтическая песня. Поэтому песня будет поэзия и песня. А может, бардовскую все-таки? Нет, а нет, мы назвали поэзией и нет песней, хорошего чтобы не названия. Презирались. Вень, понимаешь? Есть хорошие песни, но это хорошо. Да, и не надо, чтобы оно было. Ну, наша песня. Да. Бардовская. Нет, но, наверное, будет самое главное, что фестиваль будет, он пройдет, и все собрались здесь ради того, чтобы этот фестиваль получился. И, как Александр Городницкий сказал, наверное, сверхзадача этого фестиваля, чтобы молодежь подтянулась до уровня с того ниже плинтуса, как Галина сказала, да, хотя бы до этого уровня. Вот это будет сверхзадача фестиваля, если хотя бы на 10% это состоится. Понимаете, абсолютно правильно. Потому это что будет мы победа. Проигрываем одну позицию за другой, а потом начинаем кого-то карать за это. Я, например, вот я блокадник, я ленинградец, да? Я как раз был в Ленинграде, когда разразился этот скандал с дождем. Меня тоже, конечно, шокировало 54%, но в основном это была молодежь, и я понял, в чем дело. Их не надо обвинять, нас надо обвинять. Мы им не объяснили. Все правильно. Мы не рассказали, что и как. Это наш недостаток, наша, мягко говоря, недоработка. Объяснил Сокол. Понимаете? Вот. И мы имеем то, что мы имеем в результате. То же самое происходит и с поэзией. Дело в том, что кризис авторской песни среди общественного сознания, знаете, вот, когда разгоняли Академию наук, я участвовал в протестном собрании сотрудников Академии наук, потому что я работаю в Академии наук, в Институте Академии наук, и я был потрясен. Там огласили цифру. Значит, по данным ВЦИОМ,
41% населения России не знают, зачем нужна русская наука. Не знают. Поэтому никакого общественного резонанса разгром Академии наук не получил. И поддержки нет. Все тихо будет. Никого не надо. Понимаете? И с авторским, с поэзией примерно может быть то же самое. Понимаете, если мы все это упустим, так и будет все и дальше. Поэтому вот то, что, так сказать, вот то, что делает Олег и, так сказать, и вот все замечательные эта команда, это очень полезно. Молодежь, молодежь, только молодежь. Да, безусловно. Вот почему, когда Галина мне позвонила, я, честно говоря, постановкой авторской песни не занимался, и это, наверное, было раньше никому не нужно. Олегу, наверное, с Галиной это впервые пришло в голову, чтобы это вывести на новый уровень и там какими-то новыми аудиовизуальными средствами показать и донести это. Почему? Потому что молодежь сегодня... вот гаджетами увлекаясь, видит столько картинок в голове, у них сегодня визуальное восприятие мира, и скорее даже не просто визуальное, а виртуально-визуальное. И поэтому, чтобы они поняли это, до них нужно донести это современными средствами информации. Если мы не в их обертку это все не завернем, то они конфетку оттуда не достанут. Вот, может быть, так грубо, но... А тогда, если они не достанут эту конфетку, то передавать ее тоже будет некому. Вот уйдет поколение, и все, не встретятся они нигде. И тот самый шансон, по-разному можно относиться к нему, вот он, наверное, будет главенствующим. Поэтому, если они нашу конфетку достанут, может быть, это будет самым главным событием. Может быть, дело не только в этом самом визуально-виртуальном эффекте. Все-таки то, что вы называете шансоном, но, или можно называть уголовной лирикой, как угодно. Хотя я понимаю, что Александр Моисеевич сказал, что подлинные песни, которые писались там, это совсем другое. Да, Максим, и блаты этой песни, начинается гениальной песни Мурка Ядова и всего этого эпоса, блатного, вот такой был, да? А это же все... Нет, есть, был и Михаил Исаевич Танич, который прекрасный, да? Да, и о чем говорить? Конечно, есть о чем везде. Говорить. Нет, я еще что хотел сказать. Когда шансон начинался, они начинали с колючей проволоки на сцене. Вот я делал первый концерт Танича, 75 лет, по-моему, было, который с Лесоповалом был, вот. И картинку придумали тогда так, они даже не хотели никакой, вот... Понравилось, здесь есть Володя Михайлов, художник, но он тогда не участвовал, но он знает эту историю. Вот колючая проволока и все. А посмотрите сейчас шансон к чему, они обманывают. Уже нет колючей проволоки на сцене. Есть красивые прожектора, лайтбоксы, все что угодно, лишь бы пришли. Григорий, наша задача в другом. Я сейчас говорю об обертке, да. Конечно, да, то, нет, что мы, внутри мы, главное. Мы Олег. Говорим о том, что мы должны показать все лучшее, и понятно, что, может быть, мы еще успеем. Так мы вот вместе сели на одной волне, на одной струне, на одном мотиве, я не знаю. Вот все собрались, и если бы... Я даже скажу больше, что, собственно говоря, вот это мероприятие, оно родилось из представления Первого канала о том, что шансон и авторская песня – это одно и то же. И я провел работу... За дискуссию. Да, я провел работу, поговорил с Юрием Максютой, пытаясь ему все-таки объяснить, что авторская песня это отличается от шансона, и мы с ним договорились, что мы это покажем, а он снимет и покажет на всю страну. Пока он не отказывается от своих обещаний. Ну, прекрасно. Я просто... Возникло некоторое сомнение, что вот эта обертка визуально-виртуальная, она может помешать восприятию истинно глубокого содержания авторской или поэтической песни, потому что не убьет ли обертка желание суть буквально каждой фразы, каждого своего сочетания? Понимают разницу. Конечно, нельзя
там, я не знаю, там фейерверки, там брызги и так далее. То есть люди здесь адекватные художники-постановщики, кто занимаются этими. Гармонию там, никто не отменял. Гармонию, но, может быть, у вас конечно. Есть какие-то конкретные предложения? Только гармония даже в музыке даже есть. Нет, но точно так же мне очень сложно представить, каким образом фильмы Бергмана можно обернуть в голливудскую обертку. Понятно, что это вещи, не стыкующиеся по определению. Вот и здесь авторская песня настолько глубока. А как фильм «Пролетая над гнездом кукушки», где обернули? Ей не просто придать рыночный вид, по большому счету. Если большинство слушает тот самый шансон, о котором вы сказали, меня, я не скрою, испытываю ужас, потому что думаю, каков, если страна слушает это, каков же процент сидевших? Вау. Честно говоря, немножечко страшно. Но это не политических сидевших. А вот я говорю о той самой уголовной... Максим, тут никакой связи нет. Слушают не сидевшие, решили другие. Слушают сочувствующие. Кто-то написал записку на концерте. Олег, вы чужой на этой сцене. Палатку, штормовку и костру. Да. Нет, это тоже неправильно, конечно. Это ну, конечно. Дело в том, что черт, это вопрос режиссуры и художества на конечно. Сцене, это очень сложное дело. Надо искать, мы тут сейчас ничего не решим, это надо серьезно как-то это... Любая возможность показать что-то настоящее из нашей драгоценной культуры, а не новые подделки, которые портят поколение подрастающее, это надо использовать. Ну что, давайте, коллеги, перейдем к раунду вопросов и ответов. Не забывайте про микрофоны, стоящие у нас по бокам зала в проходах. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо. Журнал «Берлинформ», Борис Привычкин. Во-первых, коллегу поздравления. И благодарен за те песни, которые он пишет. И всякий раз, когда я слушаю, я понимаю, что у него каждая песня – это его день рождения, которая так звучит и как-то умеет проникать. Вопрос простой. Чем отличается сегодняшняя авторская поэтическая песня, бардовская, как хотите, от периода магнитофонного издата, который у нас был? Почему я об этом спрашиваю? Потому что вот на примере Высоцкого, который сумел соединить тело и голову, интеллигенцию и народ, все получилось, было единение. А сегодня этого единения нету, понимаете? При всем великолепии того меню, которое вы представите у себя на концерте. И я подозреваю, что это все больше для шестидесятников, которые понимали это, любят. Но вот как соединить этих шестидесятников с их детьми и внуками, ну даже со своими, вот у меня разрыв поколений, внучка совершенно не понимает то, что я хотел бы передать. Это для меня большая боль. Спасибо. Единственная новость на сегодняшний день – это талант. Да, наверное, вот у нас будут выступать действующие барды и петь свои новые песни на этом мероприятии. Да и ты не шестидесятник. А? Да и ты не шестидесятник. Да и я не шестидесятник. Но мне кажется, что мы уже потеряли очень, ну, поколение-то точно. И я как дятел стучу по дереву, что все-таки наша национальная идея – это образование и воспитание, которым мы уже 20 лет как минимум не занимаемся вообще. Поэтому вот эта пропасть между поколениями, она и так-то всегда бывает естественной и обыкновенной, но на сегодняшний день это все усугубилось, к сожалению, мне так кажется. Все-таки авторская песня – это одновременно и диагноз, и лечение. Но вот сегодня, мне кажется, этого диагноза нет. Мы ушли, продолжается какое-то самолечение интеллигенции, а вот так, чтобы можно было соединить основную часть, особенно, вот как вот вы сказали, победит тот, кто сумеет услышать и передать эти песни молодежи. Вот этого нет. Даже если эта задача будет государственной, то решаться она будет очень непросто. И на сегодняшний день вот, я считаю, что будет она государственной, не будет она государственной, я ничего не могу с собой поделать, мы все равно будем петь
и пропагандировать это дело? Вы знаете, ваш вопрос такой, больше, я бы сказала, риторический, потому что, собственно, вот этим концертом мы пытаемся показать, что пропасти-то особой нету, что есть поколение среднее, есть поколение молодых, у нас там даже дети будут, которые поют авторскую песню, детский хор тоже будет выступать, и детский ансамбль, который поет Александру, и им это тоже близко. Мы как раз хотим показать преемственность поколений и очень надеемся, что те, кто на сцене эту преемственность понесут, они не одиноки, их придут слушать те, кому они интересны. А эти слушатели, там, те, кто не уместится в эту аудиторию, им расскажут, те, кто был на концерте. Я вам хочу сказать, что вот Володя Крестовский, выбирая песню, которая ему интересна была, мы предлагали ему спеть классику какую-нибудь наряду со своей песней. Но он выбрал песню совершенно молодого человека, представителя абсолютно молодого поколения бардов. Это Гриша Донской, Александр Моисеевич. Григорий Донской. Да. А вот он тоже интересен, он лауреат Грушинского фестиваля, он лауреат Петербургского аккорда. И вот Володе интересна его песня. И я уверен, что среди молодежи у Григория Донского уже есть свои почитатели, свои поклонники. У него очень неглупые и очень талантливые песни. Вот поэтому все-таки связь поколений, мы надеемся ее проследить в этом концерте и доказать вам, что не все так безнадежно. Главное, чтобы это увидело много людей, а для этого нужно, чтобы был к этому интерес, ну, хотя бы Первого канала. У вас хороший был вопрос, который отчасти задевает тему протеста. Хотели или не хотели, вот и поколение наше с Городницким, и еще кто-то постарше, но все равно это было протестное движение. Оно разбудило Герцена, оно разбудило сердце на будущее, и молодежь пошла. Огульно называть это все народом нельзя, потому что навсегда Пушкин сообщил, есть народ, а есть «паситесь, мирные народы, вас не разбудит чести клич, к чему стадам дары свободы». То, что сегодня делается, когда нас откатывали, мы предлагаем что-то на телевидении, я телевизионный человек, на первом, втором, третьем говорили, это не наше, это канал «Культура». Это было годами. Сейчас, кажется, спохватились, потому что пахнет катастрофой. И стада начинают теснить ниши с носителями культуры. Значит, к вашему вопросу на сегодняшний день, это то, что сегодня, очевидно, запахло жареным. И это необходимость уже для здоровья государства. Потому что поэты, потому что русское слово – божественный дар и единственная наша Родина, русское слово, оно все равно пробьется, так или иначе. Ну, будет слой таких людей, которые сегодня в зале, ну, станет уже, да? Но стране станет от этого хуже, понимаете? Оно и сейчас движется в ту сторону, понимаете? Значит, дело, может быть, и сегодняшней пресс-конференции отчасти, вашего влияния на головастых руководителей, скажем так, у которых не все деньги в американских банках, но это такое присловие русское, да? У меня деньги не в этом банке. Так вот, в этом банке, в банке великой культуры. Значит, они не головастые, если не в американских банках. Вот да, вот именно. Все немножко запутано. Нет, посмотрите, даже сегодня показатель ни одной телекомпании. Просто, ну это... Да, правильно, это очень показательно. Это показатель, вот он. Ни одного канала, даже самого, там, я не знаю... Это не наша забота. Да. Это забота их. Вот это им в минус. ГД и ТД.
И это тенденция. Ну, мы, честно говоря, сами были несколько... Вы знаете, если мне позволено будет сказать по поводу вашего вопроса, я не могу на него ответить. Он очень сложный. Выбор. Вы абсолютно правы. Тем более, что нет вопроса утверждения. Я получил тут не так давно, мне все-таки 81 год, записку на концерте. Уважаемый Александр Моисеевич, не кажется вам, что авторская песня сегодня вырождается, вместо стихов пошлые попсовые тексты, поют под минус, поют под плюс и дальше? Какое счастье, что вы до этого не дожили, они мне написали. Понимаете? Это уже то, что я живой, никого не интересует. Потому что это все равно, понимаете, если бы меня позвали слушать песни 81-летнего дедушки, я бы не пошел. Новое поколение должно писать и петь свои песни, в том числе и авторскую. Поэтому эти, вот вокруг меня сидят люди, которые сделали подвиг. Они сделали проект «Песни нашего века», где возродили интерес к классической авторской песне и держали площадку даже и Пугачева там с Киркоровым по сбыту, уступили им площадку, вообще говоря, в России, на несколько лет. Потом все встало на место. И что будет сейчас, мы не знаем, потому что, понимаете, нужны новое поколение талантливых авторов, раз. Второе. Протестная песня кончилась. Один Тимур Шаов. На всех книгах одна моя мама, так что она может одна? Где протестные песни сегодня? Такие, как Брюгалич. А что, нет проблем? Почему? У Семена Слепакова есть протестная песня. Ну вот и, как раз. Не знаю, есть. Где? Что? Я не знаю ничего равносильного Галичу. Я не знаю ничего равносильного. Но стихи есть. Или раннего Юлия Черсановича Кима. Раннему Киму, конечно. Вот. И это справедливое замечание. Значит, если есть, надо публиковать, надо выступать и петь. Что Тимур Шаов участвует в этом нашем фестивале? Обещал, да. Обещал. Очень хорошо. Тимур Шаов обещал, и Семен Слепаков обещал. Потому что, конечно, у нас большие неполадки с гражданским обществом вообще в России. Если оно вообще осталось. Оно распалось на электораты, прикормленные, неприкормленные. И в результате песня то, что объединяет. Понимаете, какая штука? И вот это вот тот, что правильно говорил Олег Митяев. Вот почему я все оценил Грушинский фестиваль, пока он не раскололся. Это то, что объединяет. Понимаете? Даже если они ни о чем не говорят, они поют вместе. Когда люди поют вместе, они будут стрелять друг другу из ока. Понимаете, какая штука? Вот что. Особенно в нашей стране. И вопрос-то очень сложный. Потому что вот этот фестиваль... На самом деле у меня есть большая сверхзадача – попытка объединить сегодня, тогда, когда все как бы разъединяет со всех сторон. Вот. Спасибо. Надеемся, что Грушинский фестиваль будет один в этом году. Он и до этого был один. Да. Да, пожалуйста. Я хотел бы задать вопрос вот по поводу конкретной темы. Вообще уже известно, кто что будет петь, кто что будет читать, какие песни будут звучать, новые, старые, как все это распределялось. Ну и второе замечание, я полностью как бы разделяю порыв, но я на 100% уверен, конечно, может, я не должен сказать свое мнение, что народ уже выше уровня Стаса Михайлова не поднимется. А простите, вы не представились? Михаил Притеченский, Радио России. А давайте, Михаил, мы с вами поднимем народ выше уровня Стаса Михайлова, и Радио России будет, не будет крутить его песни, а будет крутить песни Александра Городницкого, Булата Акуджавы, Олега Митяева, Юрия Висбора, Ады Якушевой, Евгения Клячкина. Надо новое, новое да, надо, да, новое. Да. Галочка, новые. Григория Донского, что... Ольги Чикина, это новое. Ну, Павла Фахрдинова, это новое, ну, тоже новое. Все. Да. Я предлагаю высоколобым участникам сегодняшней встречи согласиться с тем, что один товарищ сказал. Мы живем в абсолютно уникальное время, сколько оно продлится, неизвестно, когда каждый человек может выбрать себе свою Россию. Подумайте, пожалуйста, значит, ваш пессимизм абсолютно оправдан, но он касается тех, кто выбрал такую Россию. Те, кого мы видели на Грушинском фестивале из разных концов России, те, кого мы увидим сейчас, 11 апреля, те, кого я вижу в 17-й раз в зале по стихам Евтушенко, но совершенно свежее звучание, потому что это молодые люди, они влюбились, они открыли для себя, они и они хотят этого. Значит, есть такая, а есть такая Россия. Поэтому я придерживаюсь сдержанного оптимизма, поскольку, наверное,
достаточно людей, которые дорожат здоровьем своей страны и своим собственным. Будем менять процентное соотношение их. А вот как раз по поводу этого, мне кажется... Я конкретно хотела на вопрос ответить. Вот, кто что будет петь? Да. Несколько примеров того, что точно уже выбрано, и того, что люди хотят петь и готовят петь. Владимир Крестовский, вот уже мы озвучили, песня Григория Донского и песня Володина. Евгений Дятлов выбрал песню Александра Галича «Когда я вернусь», и Евгения Аграновича «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Дмитрий Певцов будет петь композицию из песен Вертинского и песню Владимира Высоцкого. А Ирина Богушевская будет петь свою песню, которая тоже уже стала классикой у нас в раю, и будет очень надеяться с Олегом Митяевым дуэтом спеть под музыку Вивальди. Вот, ну, несколько примеров. Знаете, если я вам сейчас раскрою все карты, будет, может быть, не так интересно, должна оставаться какая-то интрига. Но мне кажется, что даже вот этот список говорит о том, что будет звучать. Ну, вот я хочу спеть молитву Булата Акуджавы, если мне разрешат это сделать. Я это сделаю с огромным удовольствием. Марина Есипенко будет петь песню новеллы Матвеевой «Девушка из харчевни». Это все наша классика. Александр Моисеевич Городницкий будет петь свою песню «На материк», а также все участники концерта очень надеются в финале спеть песню Александра Моисеевича «Атланты держат небо на каменных руках». И это будет 80-летие Висбора. Значит, что касается Юрия Висбора, там целый сюрприз готовится, потому что мы делаем этот концерт накануне Дня космонавтики, это 11 апреля. И мы уже договорились с первым космонавтом, спевшим первую авторскую песню там, наверху. Человек взял с Земли гитару, отвез ее, забрал ее с собой в космос, и в космосе прозвучала первая песня, которая вот не на нашей планете, она была там. Юрий Висбор, «Домбайский вальс», и спел ее космонавт, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Иванченков. Александр Иванович любезно согласился повторить этот подвиг на нашем концерте и исполнить эту песню вместе с нашими ведущими. Кроме того, у нас ожидается такая... За нами только создать ему невесомость. Да. Преемственность поколений у нас ожидается, потому что мы ждем дочь Юрия Висбора Ады Якушевой, Татьяну Висбор. Мы ждем внука Юрия Висбора-младшего с его молодежным проектом, кстати говоря. И мы очень надеемся, что стихи Юрия Висбора, Анны Ахматовой, Бориса Слуцкого, Булата Акуджавы будут звучать в этом концерте в исполнении Вениамина Борисовича Смехова. И, может быть, ему будет помогать Марина Есипенко. Вот примерно такая картина. А вообще, вот я хотел сказать, что какой бы ни был резонанс, маленький или большой, от этого мероприятия, мы все надеемся получить от этого удовольствие. Все-таки собраться и попеть хорошие песни в хорошей компании. Vous avez raison, как говорили на родине шансон. Mon crédit pour commence aujourd'hui. Je ne parle pas français. И легко перешли на французский. Я сейчас готовлю вечер в Питере, Алик, в филармонии, которая называется «Высоцкий, Бродский и джаз». Это будет Давид Голощекин и я. И я, копаясь вот уже несколько дней с наслаждением в Бродском, столько открыл замечательного, в частности, человек, которого я знал, и ты наверняка знал, и дружил с ним, Володя Уфлинд, которого... Иосиф Александрович настойчиво называл своим первым главным учителем. И я в Нью-Йорке встречался с близким другом Иосифа и Миши Барышникова, замечательным фотографом Лубеницким, и получил от него вот это, любимые стихи. «Родина к народу обращается», Уфлинд. «Да, я ценю твою любовь и верность, но почему ты об мою поверхность бутылки бьешь с такой зверской рожью, народ? А потому что я плохой, а ты хорошая, и все на свете я готов отдать, чтобы с тобой вместе пропадать. Не то, что те, кто рад тебя покинуть, чтобы с тобой вместе не погибнуть». По-моему, это показательное. Оптимистично. Оптимистическое произведение. На этой ноте.
коллеги, нет, а все-таки, я думаю, может быть, какие-то моменты остались невыясненными. Коллеги, есть ли вопросы еще? Мы, кстати, не расспросили Капитолину Сундукову о организации. Может быть, все, что касается рекламного обеспечения, по этой части, но без этого же не прожить. Вопрос. Да, конечно. Это интрига вечера. Пока. Да, пока впервые, да. Но очень хочется, чтобы это превратилось в традицию, как пойдет. Вот. Я думаю, что у нас есть кому вручать награды. Пока в секрете. А Юлия Лепницкая не поет? Кстати, это никому не известно пока. Да, давайте мы сегодня посмотрим. Вообще, да. Надо нам держать кулаки и превозмочь Олимпиаду. Я надеюсь. А вдруг окажется, что Лепницкая поет и любит авторскую песню? Или мама хотела. Я как организатор хочу сказать, что мы тоже. Вы про рекламу сказали. Конечно, хотелось бы, чтобы представители средств массовой информации нам помогли тоже в этом проекте. Реклама наружная, это да, но чтобы побольше уделить внимания. И я надеюсь, что это первый у нас фестиваль, но хочется, чтобы у него была длинная, долгая жизнь. Вот. Так, учитывая, какую площадку вы выбрали, все-таки Крокус Сити Холл, это не зал на 250 человек, о котором здесь говорили, придут тысячи. Надо тысячи начинать с большого. Ну, может быть, несколько меньше, чем приходили, скажем, на знаменитейший вечер. Я не помню, сколько лет уже назад это было, который открывали вы, вот, где в конце выступил Булат Шалыч. Это был, наверное, год 87-й, наверное. Да, 86-й. В Лужниках. В Лужниках. В Лужниках. Сколько было людей? Очень много людей. Десятки, много людей. Многие десятки. Нет, концертов 10 там в Лужниках. Каждый день. Там, да, там было летит много. Летит наш певчик. Но летит, были другие времена, ну, да. Надо сказать, ну, да. Во всех отношениях. Если помните, меня заставили выйти и сказать, что Куджава не будет, потому что все боялись на эти десятки тысяч людей. И как говорил Свист, когда я это сказал, с этого началось. Он пропустил один вечер, потому что уехал в Саратов. Что ж, пожелаем удачи фестивалю. Убежден. А потом сам Крокус ждет. У них никогда не было этого. Я думаю, дай бог, чтобы Крокус был достоин этого фестиваля. Вот. А скажите, от Крокуса есть кто? Они обещали прислать. Нет. Мы им расскажем. Коллеги, если вопросов больше нет, то мы отпустим. У меня вопрос к организаторам. Да? А какая-нибудь телевизионная версия, съемка, культура или кем-то занаряжена? Обязательно. Или вообще с этого началось. У нас был спор с Юрием Аксютой. И он сказал, что мы это покажем. Да, и подтвердил еще не раз. И мы надеемся, что просто сейчас все силы брошены на Олимпиаду. Вот, но после этого мы все-таки постараемся провести достойный и показать. Ну, мы надеемся, что пленка не кончится на Олимпиаде. И хватит ее на то, чтобы показать. Это шутка, сам Сечи. Ее хватит, чтобы показать наш концерт. Это шутка такая. Да. Ну, что, коллеги, у них, как правило, не хватает пленки на бардовскую песню. На поэтическую песню. Всем спасибо. Удачи фестивалю. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Мы очень надеемся, что прочтем во всех изданиях, которые сегодня были, что-нибудь прочтем о нашем фестивале. Спасибо. А? Отдельного канала? Бардовская песня? Давайте организуем. Ну, с удовольствием. Я это скажу. Сейчас мы станцию начнем. Спасибо. Конечно. Кого? Конечно. Кого с вами? А уже с вами? Не уходите. Не, надо вы. Я сейчас... Хорошо. Место-то очень достойное. Конечно. Вот это прохожу там.